Благослови, Владыко. Мирому Господу помолимся. Услышнем мире и спасении души наши, Господу помолимся. Во мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Во великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем притче и людях, Господу помолимся. О Богохранимей стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся. О всечестнем наместнике, игумене Мефодии, с братьею святые обители сие, Господу помолимся. Везде начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся. В благорастворении воздухово, изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся. О ежемилостивым оком презрите на святую свою церковь и соблюсти ее невредимую, непреоборимую от ересей и суеверий, и миром своим оградите, Господу помолимся. О еже утешите раздирание ее и силою Святого Духа обратите всех отступлющих во знанию истины и сопречти к избранному своему стаду, Господу помолимся. О еже просветите мысли неверием помраченных светом своего благоразумия, верных же своих укрепите и непоколебимых правоверии соблюсти, Господу помолимся. Вы избавитесь нам от всякой оскорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь, Господи, яко благ, яко век, милости Его. Обошедше, обедоша мя, и именем Господним противлявся им. И умру, но жив буду, и повем дела Господня. Аминь, Его же не мрегоша зиждущий, сей бысть во главу угла от Господа бысть сей, есть дивен в очи всех наших.
иконами. Боже, помилуй милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Еще молимся великому Господи, Отце нашей, святейшему патриархе Кирилле и всем Христе, братья наши. Еще молимся, Бог, храни мистры наши, на стихе воинствия, да тихо без волна житей поживем, во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся, блаженники Христа памятных, создателей святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных.
Еще молимся милости жизни, мире, здравия, спасения, посещения, прощения, оставления грехов, рабов Божьих, сочетах наместника, игумена Мефодия, с братьями святые, обители сия. Не хотя смерти грешных, но еже ожидание, обращение, покаяние, среди всех посетей Твоей Церкви, молимся, милосердный Господи, услыши и помилуй. Устрой во мир сей в славу Твою, сотвори яко да истинною, верой Бога чести в Тебе, Бога нашего, прославляю Ты, молимся, все сильные творчи услыши и помилуй. Давай заповеди Твою нам, ежели видите Тебе, Бога нашего, и ближнего своего сотвори, да ненависти, вражды, обиды и прочие беззакония, прирекайтесь истинной же любовью, да царствуй в сердцах наших, молимся, Спасителю наш, услыши и милосердно, помилуй. Еще молимся, благоносящий, добродеющий, посетившийся честным храме всем, труждающийся, поющий, предстоящих людей, ожидающий Тебя великие богатые милости. Тебе, Господа нашего, Отца и
Yeah.
Слава тебе, Боже наш, слава тебе!